Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Hello everyone, my name is Daria. And as you know, poems are the best way to improve your pronunciation. In this video we will talk about the poem by Александр Сергеевич Пушкин. And the title of this poem is just Two, the poet addressed to a woman. I made a detailed video about the first quatrain. Please check it out here. I got a lot of requests from you, and in this video I will tell you the whole poem. So this video is going to be quite long. In the beginning I will tell you the meaning of each quatrain. And word for word we will learn this poem by heart. If you just want to listen to the poem without any explanation, please go here. Поехали! For best understanding, I translated this poem word for word, and I hope you like it and understand it. Я помню чудное мгновение. The word мгновение, moment. Мгновение, 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 мгновение. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. The order of words in this sentence is unusual. So, передо мной явилась ты. You appeared in front of me. In front of, перед. Перед. But when you say in front of me, you add the letter O. That's why передо мной. Передо мной. Because it's quite difficult to say перед мной, перед мной. We don't say that, that's why передо мной. Передо мной, мной is me, явилась is appeared, and ты is you. Передо мной явилась ты. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как мимолетное видение, как мимолетное видение. This sentence sounds really beautiful. Как гений чистой красоты, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях ф, в томлениях, в томлениях ф, в томлениях. В томлениях грусти безнадежной. Томление is linger. Грусть sadness, безнадежный hopeless. В томлениях грусти безнадежной. В томлениях грусти безнадежной. В тревогах. You don't say в тревогах. You make it softer. В тревогах. В тревогах шумной суеты. В тревогах шумной суеты. В тревогах шумной суеты. Звучал мне долго голос нежный. And the same. The order of words is unusual. You might understand this sentence when you change in your mind the order of words. Голос нежный звучал мне долго. And this way we have a noun, a verb, and an adverb. Звучал мне долго голос нежный. Звучал мне долго голос нежный. Звучал мне долго голос нежный. И снились милые черты. И снились милые черты. И снились милые черты. В
В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, шли годы, шли годы. Бурь, порыв, мятежный. And again, the order of words is unusual. Бурь. This is a plural form of the word буря, storm. Порыв is gusts, and мятежный is rebellious. Бурь, порыв, мятежный. Бурь, бурь, порыв, мятежный. Бурь, порыв, мятежный. Р. Did you hear the sound р? Бурь, порыв, мятежный. Шли годы, бурь, порыв, мятежный. Рассеял прежние мечты. Рассеял прежние мечты. Рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный. And again, голос is voice, нежный is gentle. И я забыл твой голос нежный. И я забыл твой голос нежный. Твои небесные черты. And again, this word черты, features or traits. Черты. Твои небесные черты. Твои небесные черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный, рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения, в глуши, во мраке заточения, в глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Тянулись is dragged on. Тихо, quietly. Дни, days, and мои, my. My days dragged on quietly. You ask me very often to translate Russian sentence word for word. And in this sentence, if I translate word for word, we will get dragged on quietly days my. Sounds good, right? That's why my days dragged on quietly. Тянулись тихо дни мои. Тянулись тихо дни мои. Без божества. Без вдохновения. Божества. 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 Вдохновение. 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 Без божества. Без вдохновения. Без божества, без вдохновения. Без слез. Без слез. Без жизни. Без любви. Без слез. Без жизни. Без любви. Без слез, без жизни, без любви. Без слез. We don't say без слез, без жизни, без любви. No, make it softer. Без слез, без жизни, без любви. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение. Душе настало пробуждение. Душе настало пробуждение. И вот опять явилась ты. И вот. И вот two words. И вот. You read as one word. И вот. И вот опять
явилась ты. И вот опять явилась ты. And we learned next two sentences in the beginning. Как мимолетное видение. Как мимолетное видение. Как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. Как гений чистой красоты. Как гений чистой красоты. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение. Сердце. We don't read this word as сердце. No. Сердце. 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 Бьется. Бьется. И сердце бьется в упоение. И сердце бьется в упоение. И для него воскресли вновь. И для него воскресли вновь. И для него воскресли вновь. 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 И божество. И вдохновение. И божество. И вдохновение. И божество, и вдохновение. И жизнь, и слезы, и любовь. И жизнь, и слезы, и любовь. И жизнь, и слезы, и любовь. И сердце бьется в упоение. И для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Thank you guys for watching this video. I hope you have enjoyed. Please don't forget like and subscribe. Bye!